Мешает реклама, жми на крестик. Всем привет, с вами по-прежнему Аракис, и сегодня я хотел бы пригласить вас на мой канал на Твиче, который, да, я оставлю в описании, оставлю в комментарии, не знаю, добавлю, возможно, полоску, думаю, увидят все названия и ссылку этого канала. Вот, думаю, будет интересно, что будет видео, да, в принципе, сама игра, ответы на вопросы, как обычно. Вопросов, как я вижу, становится все больше и больше, поэтому, думаю, будет интересно. Кстати, возможно, думаю, проведем такую некую... протестируем, так скажем, прокатит, не прокатит, а там уже посмотрим. Те, кто с сервера Global, да, прошу прощения, те, кто с других серверов и все остальное, ну, я не знаю, то есть, здесь, конечно, не помогу вам ничем, то есть хотел бы и, точнее, могу предложить вам перейти на какой-то отдельный канал, который мы там договоримся, допустим, на онлайн-стриме, опять же, на Твиче, и перейдем там, к примеру, на канал там 999 или что-то подобное, и я смогу, к примеру, посетить ваш остров, дать какие-то советы по поводу рун, по поводу персонажей, каких качать, каких нет. Думаю, это тоже будет кому-то интересно, так как все-таки вы посмотрите даже на кого-то, и вы, исходя из этой информации, будете для себя понимать, стоит вам что-то качать, какие руны и тому подобное. Я думаю, будет интересно, да. Поэтому готовьте свои вопросы, переходите по ссылке. Кстати, зарегистрируйтесь обязательно, не поленитесь, я вас прошу. Если вы не захотите со мной общаться, вам в любом случае регистрация не помешает. Для чего нужна регистрация? Для того, чтобы вы могли со мной общаться онлайн в чате. Кстати, и да, напомню, задержка видео идет в 15-секундная, ее меньше никак невозможно сделать. Все-таки, как ни крути, это задержка Твича, то есть... 15 секунд, вы понимаете, что бы я ни делал в игре и тому подобное, к вам на видео поступает это через 15 секунд. Поэтому, думаю, надеюсь, все меня поймут. И еще раз напомню, да, сегодня 10 числа, 10 января, воскресенье, вечером в 9 часов вечера, 21:00 по Москве, в 20:00 по Украине, я пройду стрим на Twitch канале. Да, до встречи всем желающим сегодня меня увидеть, пообщаться со мной. Жду вас вечером, всем удачи, пока!